Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Дан Запашный. Сейчас раннее утро, сегодня 23 апреля. Уже очень много дней на самоизоляции, уже, честно говоря, все это надоело. Я сейчас нахожусь в гостинице, приготовил себе завтрак. Сори, надо купить для телефона подставку, поэтому телефон у меня падает. Завожу свой автомобиль, потому что уже скоро я собираюсь на свою работу. Вот, вчера у нас был прекрасный стрим, мы очень здорово постримили с моими обезьянами, подсказочка сверху будет. Ну вот, ну а после стрима, друзья, случилось небольшое ЧП. Главное, что без последствий. У нашего артиста, который работает тоже с обезьянами, в помещении, где его животные находятся, у него, в общем, затопило помещение, прорвало трубу, холодная вода по всему помещению, значит, начала поливать весь пол, как, знаете, такой бассейн получился. Вот, я вчера помогал обезьян, значит, эвакуировать из этого помещения, нашли другое. Вот, видео обязательно вставлю сейчас. Посмотрите вообще, что произошло. Он прорвал трубу помещения. Воды. Полное помещение. Вон обезьяны у нас. Хорошо, что не промокли. Обезьян ставим сейчас на тележку и отвозим в помещение. Слава, аккуратнее, ноги береги. Вот помещение, куда мы их поставили. Здесь тепло. Ты моя обезьяна красивая. Скажи, ужас какой произошел. Все в воде было. Вы мои хорошие. Ну все, сейчас все сухо. Тепло здесь в помещении. Хорошо, сейчас отремонтируют, я надеюсь, в ближайшее время трубу. И все будет нормально. Вытаскиваем вольер. Все. Во, Кирилл. Так, а где акваланг? Кирилл, где акваланг? Класс ты, где очки? Ну, а сейчас при свете видно, откуда протечка. Вон, видите, наверху. Вон труба. Прорвало трубу. О, все в воде. Не, я не имею в виду, кто помогал. Спасибо, ребята. О, Мишка, метро с водой спас. Там воды, знаешь, что? Ну, друзья, видите? О чем я и говорил. Посмотрите, какая пасмурная погода. Ну, что это за безобразие? Ну, где солнце-то вообще? Видите, машина у меня укомплектована маской специально на тот случай, если я буду выходить. Погнали. Поворотничек. Так, посмотрели направо, посмотрели налево. Вот не поверите, ребят, каждый день одно и то же. Вот это, конечно, утомляет. Никогда не думал, что меня будет это напрягать. Я бы не сказал, что прям очень сильно, но вот один и тот же маршрут. Практически день сурка, все одно и то же. Сейчас будем разворачиваться. Ну и вон с правой стороны, вон цирк. Вот наш цирк, куда мы едем. Представляете, отработали два представления. Уже сколько, месяц больше прошло, а наша реклама до сих пор висит. Вот Грязнова 55, друзья. Служебный вход в цирк. Как дела ваши? Всем привет! Ну вот я переоделся, иду к своим обезьянам. Там у нас конюшня. Из нашего штата остались самые нужные люди. Остальные все разъехались по отпускам. И сейчас мы таким маленьким составом делаем каждый день нашу работу, кормим наших животных, никогда их не оставляем.
Доброе утро. Моя радость спит. Оп. Свет. Здравствуйте, товарищи. Вот это да. Ну, в принципе, как обычно. Ничего нового. Даже обезьяны от самоизоляции уже утомились. Какашечка кто-то накакал. Наклал прямо практически себе в кровать. Вот. Ну, очень спать хочется. Очень, очень, очень спать охота. Ладно, пока она потягушечки делает, к мальце пойдем. Мать-то даже одеяло себе не расстелила особо. Смотрите, как положили. Маль, ты что, опять спишь? Лягу с тобой. Мальта. Вот так бы целый день провести, да, чтобы, как говорится, дождаться окончания карантина. Вот так вот лежа, ничего не делать, балдеть. Вот. Не видеть эту ужасную погоду. Хочется так проснулся, лето уже, все хорошо, инфекции нет, все мы гуляем. Занимаемся своей работой, любимыми делами. Вот. Но пока что такое нам не предвидится. Бонь, пойдем Мальту будить. Давай, помогай, пойдем. Давай, ты еще сама отсюда не проснулась. А папу ты что-то не взяла? Ничего не понимаешь. Мальту пойдем будить, Бонь. Пойдем Мальту надо разбудить, она вон, видишь, никак не может. Давай, буди ее быстрей. Давай, буди ее. Буди ее, забирай скорее. Давай, что она тут разлеглась? Давай. Да вы сейчас вдвоем спать ляжете. Ты ее буди, забирай скорее. Ты что? Давай, Мальту ее сюда. Поднимай, все, пошли. Давай, забирай. Вот, давай. Мальта, ну просыпайся. Забирай. Ну что за безобразие это? Забирай, Мальта. Вот, Мальта, пошли. Мальта, ну пойдем, Мальта, давай, поднимайся. Бонь, молодец. Молодец. Так ее надо, потому что ничего у нас не получится. Вот, смотри, просыпается обезьян. Давайте. Девушки, просыпайтесь скорее, пойдемте. Все зевают. Смотрите, ужас. Вот, Боня, иди пописай лучше. Смотрите. Как будто в ночном клубе всю ночь была. Все, обезьяны чай попили. Надо им массаж делать. Видите, никак не проснется Боня. Ей хочется спать. Мальта у нас тоже, вон. Нас обед не сказал. Что бодро. Запустили свежий воздух. Гимнастика утренняя. Гимнастика, ребят, смотрите. Вы знаете этого человека уже очень хорошо. Он каждое утро здесь, со мной. Каждое утро в телефоне, как вы заметили. Том, как тебе самоизоляция? Не скучно? Одно и то же, каждый день. Один и тот же маршрут, одни и те же дела. Я люблю самоизоляцию. Видите, какой красивый, побритый, не то, что я. Ежедневную утреннюю гимнастику. Сейчас я позанимаюсь с обезьянами. Точнее, с обезьяной, потому что у Мальты начались женские дни. Вон она, позади меня. Вот, поэтому в эти дни я ее не беспокою. Мы позанимаемся сейчас с Боней. Я Мальту сейчас, как я уже сказал, не беру репетировать, потому что у ней период женский начался. Вот, и видите, сидит рядом. Сейчас строила мне лица. Просилась на репетицию. Сидит недовольна. Ну все, мы быстро сейчас позанимаемся и все. Матука. Все, дай я тебя поцелую. Ну не плачь. Дядя поцелую, говорю. Все, бабка сейчас все быстро сделала. Все. Не ругайся. Ой. Ну все. Мать, ну все. Ну успокойся. Ой. Ну успокойся. Ну что ты плачешь? Сейчас я все сделаю, Мальта. Подожди, пожалуйста. Не ругайся, Мальта. Сейчас мы все быстренько отрепетируем и все, Мальта. Потом я тебя возьму завтра, послезавтра. Ну, не ругайся. Дай я тебя поцелую все. Ну, я же здесь с тобой. Так, быстро становись. Пробуй, например. И.
Ну вот, как-то так.